6 октября при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым, Медицинской академии КФУ имени Вернадского состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы в диагностике, лечении и профилактике стоматологических заболеваний» для врачей-стоматологов, врачей смежных специальностей и организаторов здравоохранения. Основная задача этой конференции, конечно, повышение уровня информированности наших врачей и студентов, обучающихся. Есть представлены доклады ортодонты, хирурги, детские, профилактические, терапевтические доклады разного широкого профиля. Я думаю, что это будет интересно и полезно всей аудитории, даже не профессионалам, не стоматологам, а врачам любой специальности. Конференция была посвящена 20-летию кафедры стоматологии, факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования. За это время кафедра только шла вперед, расцветала. Защищены новые кандидатские и докторские диссертации. Подготовлены и продолжают готовиться новые молодые кадры для того, чтобы продолжать хорошую традиционную стоматологическую школу у нас в Республике Крым. С глубоким уважением присутствующие чествовали ветеранов кафедры, на базе которой с момента ее основания, благодаря плодотворной работе сотрудников, прошли подготовку многие клинические ординаторы и магистранты из разных стран мира. Некоторые из них привезли на конференцию свои достижения. Хотелось, конечно, после 20 лет, как я закончил медицинскую академию, приехать к своей старой институте. Ну, он не старый, конечно, я чувствую себя дома, видеть всех своих учителя. Конечно, карьер был, развился в течение 20 лет многообразный. Но я брал одну специализацию эндодонтия и как раз принимал больше моей работы деятельности по этой специализации. И слава Богу, я достиг до уровня, что можно было читать лекции и приехать эти знания разделить с моим бывшим учителем и новым поколением института. Ковровая дорога в эндодонтии. Этот предмет является для меня важным, поскольку я являюсь изобретателем одного инструмента, который сейчас используется при этом. И хочу показать нашим новым поколениям, как развивается и можно развиваться в своем деятельности. В мероприятии приняли участие врачи-стоматологи, врачи смежных специальностей и организаторы здравоохранения из Республики Крым, из других субъектов Российской Федерации, Объединенных Арабских Эмиратов, Бельгии, Киргизии, Республики Беларусь. Почетным гостем конференции стала пастпрезидент Всемирной стоматологической федерации FDI, советник Европейского парламента по стоматологическому образованию Мишель Арден. Я очень хотела увидеть Крым, посмотреть уровень жизни жителей полуострова. Я считаю, что необходимо объединить все народы. Цель моего визита – это объединение стоматологов, повышение их профессионализма и улучшение стоматологического здоровья населения. По общему мнению большинства наших современников, здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Эта ценность стоит на самой высокой ступени в системе человеческих запросов. Здоровье – это одна из важнейших составляющих, образующих в общем понимании человеческое счастье. И чтобы счастье это было не эфемерным, стоматологи всех стран, объединяйтесь. Такую позицию приняли все участники межрегиональной научно-практической конференции.